Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы, всадники Олуха. У нас 17 день, и я забираю 30 монет Одина. Так, это кто у нас такой? Тряс, уникальный. Слушай, а что он так дешево стоит? 99 рублей, 500 гемов. Ну, рун. Да, интересно. Так, что нам принес Беззубик? Давай посмотрим. Ну-ка. Руны, 6 рун всего лишь. Так, поднимись-ка повыше. Бесплатно. Так, он полетел, короче. Так, давай-ка, родной Громль, лети. Тоже лети. Так, ты нам ничего не принес, так что сиди на месте и не рыпайся. Так, у нас 370, да? Нам не хватает, ребят, с вами. Так, древоруб получает уровень. Мы его сразу отправляем дальше прокачиваться. А тебя... Пускай за древесиной летит. Пускай летит за древесиной. Также у нас сарделька получает левел 55, да? И барсик 43. Так, барсика, наверное, покормим и отправим его тренироваться. Сарделька, что ж с тобой делать? Да ладно. Тоже я его покормлю, друзья мои, и пускай он идет... Тоже тренируется. Мы просто хотим с тобой открыть новые локации. Так, а теперь посмотрим, перейдет ли у меня. Я что-то сомневаюсь. Я сомневаюсь, и не зря. Так мало нам дают. Кривоклык, ну ты что-то вообще как-то. Так, Громгильда, ну ты как всегда, да? Шестереночки нам подкидываешь, понятно. Тогда лети дальше, вон на подмогу. И бесплатно. Все, полетела, короче, Громгильда. Так, а мы с тобой сейчас тут посмотрим. А ты что стоишь-то, я не понял. Слушай, его... Во. 120 миллионов древесины нужно для того, чтобы, ребята, он поднял себе левел. Еще так летит себе вольготно, да? Как будто я его в отпуск отправил, а не на тренировки. Так, что за фризы? Скажи-ка мне на милость. Так, креветик. Отлично. Но мне кажется, что хватает места. Я думал, не хватит. 450 древесины, да? 450 миллионов. Естественно, у меня нету, пускай летит и добывает ее. Так, весночес. Кормим. Оу. Так, друзья мои, он готов стать титаном. И это, кстати, круто. Потому что весночес, говорите вы, неплохо добывает, да? Ресурсы. Посмотрим. Так, а вот этот кандидат у нас, ребята, тоже на 80, на 85 уровень. Главное про него не забывать. Ну что, вроде бы как здесь со всеми справился. Всех отправил на добычу. Так. Ну что? Понятно. Давай дальше на поиски. Ну, а мы с тобой посмотрим второго нашего легендарного дракона. Отлично. Продолжай искать. Шо под смерти куда-то аж. А как ты-то здесь появился? Извините меня, друзья мои. Как тут появился на чужой территории викинг? Я вот этого не понял. Сидит там, рубит. Ну что, давай откроем пак бесплатный. Монетки Одина. И вот сам пак. Здесь, значит, душитель, костолом, вострозуб. Мало. Так, давай-ка зайдем в события, посмотрим по-быренькому. Вау, 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 тихо, тихо, тихо. У нас два, ребята, события, причем они открыты. Слушай, надо проходить как можно быстрее, потому что у них срок уже заканчивается. Ну, понятно, шлем я, как всегда, ребят, не успею собрать, потому что надо каждый день заходить, а у меня не выходит. 22 дня, тут раз, два, три, не... Нужно было каждый день, ребята, открывать. А только в этом случае, наверное, возможно было бы. Это вот как только откатился, ты должен сразу брать. Так, ну а у нас здесь громыль, шторморез, громобой, громовой защитник и все. Ладно. Так, ну что, друзья мои, мне нужны ресурсы. Вы прекрасно понимаете, древесина вообще у нас тут на вес золота.
И мне нужно ее добывать именно на событиях. Другого варианта не будет. Так, что у нас тут выполнено? Получаем с тобой тусклый янтарь. И второе, это у нас 50 бабочек. Фиг с ним. Ну что, начнем потихоньку с событий проходить. Так, угроза. Парящий сюрприз. Ну-ка посмотрим. Ё-моё. И этот парящий сюрприз, друзья мои, самый длинный, блин. Ладно, давай приступим потихонечку с тобой. Так, 600 тусклого янтаря будет сейчас разыгрываться. Ну, команду ты мою знаешь прекрасно, да? Старая, без изменений. Начинаем с 13 уровня. Так, поехали. Вначале пойдет у нас в расход злобный змеевик. Так, здесь две волны будет. Так, минус. А этот сейчас начнет фаерболы свои раздавать, как всегда. Не без этого, ребят. Ну, как видишь, я как в воду глядел, на тебе. Укус и, скорее всего, добивка. А нет, ничего подобного. Значит, мы с тобой будем хиляться. Давай так вот сделаем. Вторая волна. Водорез. Так, это у нас кто? Это не кривоклык же, да? Нет, конечно. Так, это у нас чудовище, по-моему. Ну. Так, он начинает обижать Барсика. Этот промахнулся вообще. Так, я не понял, мы воюем против красной стихии, что ли? Или это просто совпадение? Не думаю. Так, ладно, жгем. И добиваем, да? Да. Кривоклык кританул. Ну что, первая победа. Ну что, будем надеяться, нам здесь выпадет что-нибудь путевое. И как всегда выпадает рыба. Вот рыба мне сейчас, ну, вообще не нужна. Именно рыба. Мне нужна древесина. Так, ну что, 600 тусклого янтаря мы с тобой получаем. Это все летит нам на почту. Поединок, потом еще один поединок. И мы с тобой только заберем потом пак. И уже после него идет 1400 тусклого янтаря. Ну что ж, ладно, давай, тут у нас шепот смерти. И смотрю я, громобой у нас тут затесался. Че ты там тявкаешь мне? Ну, понятно. Успеем, как думаешь, или нет? Успеем. Значит, шепот смерти не сделает свой козырный удар. Но тут громобой. Две волны по-прежнему, да? Так, что он будет делать? Запечатал. Но это ему не поможет. И переходим на вторую. Так. Ага. Слушай, наверное, начнем вот с этого. Или с этого. Ух, ёк-макарёк. Я все равно с этого начну. Давай, наверное, вот так сделаем. Хильнулись. Так, добить не успели, да? Сейчас они вдвоем сходят. Я не знаю, ребята, что у него за суперудар. Честно говоря. Но если он бьет фаерболами, то какой-то массовый будет, наверное, удар. Массовый удар фаерболами, скорее всего. Так, ну что? Добиваем сейчас его. Вот так вот. Ну и продолжаем. И... Давай-давай древесину. Прилив сил? Ну, прилив сил, ясен перец, лучше, чем древесина. Именно для поединков. Но от древесины я бы тоже не отказался. Так, ладно, друзья мои. Поединок у нас сейчас будет за пак. А потом за 1500 тусклого янтаря. Так, а что он здесь один делает? Что-то я не понял. Он в себя поверил, что ли? Или что происходит? На, получи. Распишись. Ага, вот здесь у нас поджидает сюрприз. Кревет. Угу. И этот охламон еще тут, а? Притулился. Громель. Давай, наверное, я так вот сделаю.
А этот у нас... Тихо. Я сюда. Все-таки барсика хотят, да? А этот фаербол... Нет, смотри-ка, не стал делать. Хотя у него 3 энергии, ребята, было. Тогда мы с тобой сделаем вот так. Оу, сейчас будет сюрприз. Фаерболы полетели. В кого? Понял. Но этот хламон, наверное, добьет. Или нет? Хм, нет, не стал. Тогда мы сделаем с тобой вот так. Захиливаемся. И теперь начинаем уничтожать Громли. Тут он все-таки запустил свой фаербол, а? Ну, испугался, понятное дело. Наложил в штаны, как говорится, и... От безвыходности начал уже стрелять с фаерболами. Дадите мне древесину сегодня или нет? Вот. Но 50 миллионов это мало, ребята. Лучше где 175 хотя бы миллионов, да? Какой дополнительно? Мне не надо никаких дополнительно. Так, забираем с тобой здесь пак. И у нас с тобой еще 2 энергии остается, да? Получается, мы сюда переходим. Это будет первый поединок. И здесь окончательный. Что-то я сомневаюсь, что мы... Блин, ну смотри, 500 бабочек там, 250 тут. Если бы это событие было бы раньше у нас с тобой, то мы бы накопили с тобой на грязнулю, на того самого легендарного дракона. Но слишком поздно они сделали вот этот вот, как сказать, ивент. Да, слишком поздно, ребят. Нам уже он не помог бы там, потому что все равно срок подходил к концу, там было 3 дня, насколько я помню. И мы бы в любом случае не успели бы. Так, а вот здесь уже похуже. Ничего себе, Хофер. Так, крылатый ужас. И плюс еще скалотряс. Не-не-не, ребят, так дело не пойдет. Давай-ка. Давай-ка как-то тут, я не знаю. Смотри, что творит, а. Блин, скалотряс этот непробиваемый. Ну, я даже не сомневался в этом. Все, ушатает мне сейчас барсика. Ушатает, не хватило буквально одного хода, да? На опережение. Ох ты, что он сделал, смотри-ка. Мало того, что замедлил, так еще и понизил мне атаку. Надо брать Хофера, наверное, да? Хотя этот жжет-то не по-детски. Так, добиваем. Ну что, крылатый ужас, все, допугался? Пора тебя разбирать, парень. Окей, хильнулись. И доби... Какая там добивочка? Не добивочка, подожди, он сейчас сделает ход. А вот теперь да. Замечательно. Поехали крутить. И... 25 миллионов. Еще меньше, чем в тот раз. Вот вы жадины-то, а? Ну вы жадюги. Так. 1500, грубо говоря, у нас с тобой тусклого янтаря на кону. Что у нас тут за враг? Дым и дышащий. Ага, понял. Ну что ты там дергаешься? Что ты дергаешься? Я начну вот с этого. Давай, наверное, так сделаем с собой. По-прежнему 2 волны. Оу, скрита уничтожили. Это шикарно. Это шикарно, очень хорошо, нам повезло. Так, с этим, наверное, мы сейчас тоже быстренько с тобой закончим. И переходим на вторую волну. Кто у нас тут? Креведрагур. Как бы хил-то и не нужен сейчас на самом-то деле. Что там затрепыхался? Блин, молодец. А, я вот что, ребята, понял. Он же у нас 16 уровня. Он сейчас самый сильный персонаж, который у меня есть. Да? Из всех драконов. Вот поэтому он так себе и позволяет издеваться над ними. Оу. Вот это плохо, ребят. Если он сейчас... А он стал бомбить почему-то штормореза. Ну что же тогда, давай сделаем таким вот образом. Плюс укусик.
А вот сейчас фаербол полетит. Хм, странный ты какой-то громоль. Обычно они никогда не упускают шанс нанести как можно больше урона. Но тут почему-то фейлится в последнее время. Крутанем, посмотрим. И опять 50 миллионов древесины. Забираем с тобой янтарь тусклый. Энергии нету. Давай посмотрим, прикинем, сколько нам еще нужно будет. Раз, да, поединок будет. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять еще боев, ребята. Десять боев. Слушай, ну это много. Так, ну у нас с тобой... Подожди-ка, я вот здесь, вот, кстати, не заходил, не смотрел. Понятно, здесь нам ничего не нужно. За руны я брать ничего не собираюсь. Так, давай-ка посмотрим, что у нас тут. Открываем с собой набор. Древоруб, престиголов, громобой. Все, я понял. Дальше у нас там идет тусклый янтарь 600 и 1400. То есть получается 2000 янтаря. Окей. Обязательно с тобой бросим это все на переработку. Так, где у меня тут? Вот. И это получится у нас два, да? Два блестящих янтаря. Все. Давай смотреть, что у нас за второе событие. Подготовка, перепись олуха. А вот это, ребята, короткое событие у нас. Раз, два, три, четыре, пять. То есть его можно пройти за одну заходку. Ну, при хорошем раскладе. Поэтому погнали. Вдруг у нас получится с тобой, да? Не сфейлиться нигде, и тогда мы пройдем. Так, и первый, кто у нас тут стоит, это Громорог. Ну, с одним-то мы справимся. По две волны будет. Погнали. Раз, раз, два. И давай добьем, наверное. Так. А тут два громорога. Интересно. Что-то мне это напоминает, ребят. По-моему, у нас уже такое событие было, да? Причем буквально недавно. Не, может быть, конечно, оно похоже. Но то, что куча громорогов. Так, что ты делаешь, парень? Успокойся, остынь, попей чайку, кипяточку. Отлично. Но здесь тоже надо крутить барабан и смотреть, что нам выпадет. Ты серьезно? 15 миллионов древесины. Насмешили меня. Так, но здесь главное, мы забираем уже сразу же пак. После очередного поединка у нас будет 50 рун. Ну и самый главный, конечно же, пак. Это в конце, в самом. Так, это у нас водорез. Один. То есть, а на второй волне, походу, будет два водореза. Почему-то мне так кажется. Посмотрим. Так, понизили броннику. И добили. Ого себе. Никаких тут, ребят, не водореза. Тут шепот смерти, извини меня, дымодышащий и громорог. Ох ты, что тут творишь? Давай, ладно, сделаем так. Все равно по нему повышенная идет атака. Шикарно. Он бафает. Он все-таки, ребята, успел бафнуть. Блин, на атаку, на защиту. Что будем делать? Наверное, вот так вот. Это фигово. Ничего себе звезданул. Обалдеть. А успею ли я его уничтожить? Успею. Так, Громорог, иди-ка сюда. Надо поговорить с глазу на глаз. По-нормальному. Не хочет. Не хочет, ребят, он по-нормальному. Тогда будем по-плохому. Иди отсюда. Крутим барабан.
И выпадает нам опять 15 миллионов древесины. Нет, я, конечно, не против древесины, но не в таком же количестве. 15 миллионов. У меня мои дракончики, которые добывают, да? Древесину и то больше приносят. Так, ну что, переходим с тобой на следующий поединок, после которого мы получаем с тобой 250 бабочек. Врагов уже становится 2. И это только на первой волне. Ладно. Давай посмотрим, чья возьмет. Так, потратил энергию. Молодец, красавчик. Я хинуться не успеваю. Тогда, ребят, не будем транжириться. Просто вот так вот, своими силенками. Раз. Что там надумал? 2. Ну, мы с тобой успеем хильнуться в любом случае. Вот сейчас. Почти фулл хил, кроме вот штормализа. Не хватило ему чуть-чуть, ребят. Ага. Понижать будем броню или не будем? Слушай, я думаю, не стоит. Мы, наверное, его так забомбим. А отхил нам понадобится уже на второй волне. Замечательно. Так. Ага, шепот смерти. Ну, его в первую очередь, конечно же, будем бомбить. Пытаться. Поехали. Раз, два. Сделаем вот так. И добивка. Да. А этот у нас будет сейчас с разбега глушить. Хм, не стал. Это фигня. Так, хиляться будем? Наверное, не будем пока. Понизим броню здесь. Укус. Ага, вот он. Начинает глушить, друзья. Но не за это поплатится, поверь мне. Кривоклык к бою. Ну что, Гарморок, все? Что? Что задергался сразу? Паника у него началась. Где кто? Прикройте меня, пожалуйста. Никто тебя прикрывать не будет. Вот так вот. Вот смотри, у нас здесь 375 миллионов древесины. Вот почему мне вот это вот не выпадает, а? Скажи мне вот на милость. 75 миллионов рыбы. Вот что я заслужил. За свои поединки. Ну что, переходим с тобой к бабочкам. Забираем. Так, у нас две энергии есть. То есть, получается, здесь поединок, и уже потом будем с боссом драться. Но обычно вот такие вот короткие с тобой ивенты мы проходим. От начала до конца, и причем, я бы не сказал, что мы здесь особо тратимся. У нас с тобой 6 прилив сил, прикинь. И 2 груши есть. Так что, я думаю, мы здесь справимся. Ничего себе. Вот это вжарил. Ай-яй-яй, Кривоклык. Мог бы добить его, скрита бы, как дал бы ему. Слушай, нам надо, наверное, хиляться. Да побыстрее, по-моему. Тебе так не кажется? Давай, наверное, вот сюда вот сделаем. Еще разок. Ты фаербол, надеюсь, не собираешься там метать? Такое ощущение, что мы сейчас барсика потеряем. Ну? Твою дивизию, что сделал ты, прикинь? Вот так вот, друзья мои, бывает. А ты давай фаерболы, да, сейчас еще? Твою налево, а? Только сказал, что проходим без проблем. И на тебе, пошли проблемы. Слушай, по идее, я его должен ухоркать. На тебе. Оу, ухоркать, а я... Я совсем забыл, что еще вторая волна будет. Вот это я лопухнулся, друзья мои. Вот это я лопухнулся. Ладно, давай посмотрим. Если что, у нас есть прилив сил. Только как он мне поможет здесь? Да он мне тут, ребят, бесполезен. Все, тут еще и баф пошел. А мне кажется, надо здесь, ребят, сдаваться. Ну, я не справлюсь с ними, со всеми. Причем у них защита и атака.
усиленная, ты понимаешь? Нет, 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 все. Сфейлился. Но я сам виноват, ребят. Че я ступил, что у нас последний поединок? Ну, как бы, что мы на последней волне. Не знаю, я бы, конечно, был отхиливался бы. Ух, ладно, придется мне тогда покупать за свой счет уже, как говорится, этот поединок, делать откат и после этого наказывать их. Другого варианта здесь нету. Блин, прикинь, да, вот они все эти драконы. Половину из них у нас есть. Ладно, друзья мои, как говорится, была моя ошибка, придется ее исправлять. Поехали. Так, начну-ка я, наверное, с этого. Угу. На тебе. Получи добавочку. Как только у нас, ребята, будет очень мало здоровья, естественно, сразу применяем прилив сил и отхиливаемся. Сразу же отхиливаемся. Поехали. Отлично. Это ерунда, это терпимо. Это, друзья мои, терпимо. Не то сделал, блин. Ладно. Я думаю, это простительно для меня. Хотелось бы в это верить очень сильно. Допустим. Пока все вроде бы в норме, друзья мои. Пока все в норме. Здесь громорок меня нисколько не пугает. У меня вот больше вот этот вот пристиголовый. Хотя опять же этот будет бафать. Но если мы с тобой сейчас ушатаем по-быренькому, да, никто никого тут бафать уже не будет. Окей. Блин, а что? А, у нас пониженная атака. Понял. Думаю, что так мало бьет. Фаербольщик, это фигня. А этот, я думал, бафать будет. А он не будет, потому что, ребята, энергии не было у него. Так, теперь давай вот так вот сделаем. Понял тебе. Бомбим сюда. Дальше хильнемся. Не дергайся, парень, не дергайся. И добивка. Давай, барсик. Вот так вот надо было делать в первый раз. Посмотрим. И выпадает нам 125 миллионов рыбы. Лучше бы мне выпало бы 125 миллионов древесины. Ну что, придется, ребята, восстановить, да. 65 рун потратил я на это дело. Ну а что поделаешь. Мы с вами ждали вот этих вот событий. Ждали, поэтому... Так, здесь у нас будет босс ведь, так? Угу. Так что, друзья мои, аккуратненько играем, без фанатизма. Так, бьем сюда вначале. Началось. Блин, броню пробили, а? Броню пробили, хорошо. Бомбим сюда, бомбим сюда. Этот кого будет атаковать? Туда же. Нет, ребят, так не пойдет. Так, сейчас мы с тобой, наверное, будем хиляться, скорее всего. Или не стоит пока? Наверное, стоит все-таки. Да, стоит. Давай хильнемся. И будем разбирать уже громорога. Правда, у меня этот без брони. Естественно, он сразу его атакует. Все, минус громорог и остается шторморез. Ну, поехали. Захиляемся, да, по полной программе. Так, теперь он. Что хильнулся, что не хильнулся, ребят, все равно он отнял мне здоровье. Ага, а боссик-то у нас здесь оказывается громорог. Плюс с чудовищами он тут стоит. С двумя причем. Ладно, поехали.
Кто там у нас сейчас ходит? Сейчас ходим мы, да? Кусаем. Потом два дракона его. Блин, Барсика что ли хотят ушатать? Эй, 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 тихо, 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 не трогай Барсика. Фью, Барсик, ты везунчик, ты в курсе, нет? Ты просто везунчик. Давай вот этого теперь начнем бомбить. Всем видом показывает, да, как они ненавидят моего маленького Барсика. На-ка. Так, теперь сюда. Кусаем. Ну, босс, как ты понимаешь, ватный. Босс здесь ватник. Ни на что не годный. Но главное, мы с тобой прошли события. Крутанем и заберем мы с тобой 50 миллионов рыбы. Окей, и забираем, конечно же, пак. Это ареновский, да? Да, это ареновский. И он, по-моему, будет вскрываться прямо сейчас. Так, содержит элитных. Душитель, лаварык, ужасное чудовище, шипорез, громель, водорез, кривоклык. Вот так вот. Я немножко на больше, конечно, рассчитывал, но и так хорошо. Так, ребят, ну я не знаю, вот по поводу этого события, что нам с ним делать. 19 часов, то есть, ну, грубо говоря, чуть меньше суток у нас есть на его прохождение. Ладно, подождем, потерпим, пока еще время есть. Если у меня, естественно, восполнится энергия вся, мы с тобой дальше продолжим там бомбить. А так, вроде бы как все. Все, я что смог, сделал. Пак, ну-ка, подожди-ка, что у нас тут? Кревет, шепот смерти, острозуб и все. Ну да, получается, что все. Ну что же, тогда и я все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.